Здравствуйте! С вами «Подкованные истории» с Витой Козловой. Сегодня мы открываем новый сезон наших «Подкованных историй», посвященный русским и советским коннозаводчикам и ипологам, хранителям и умножителям лучших отечественных традиций. Однако нельзя начать эту тему, не напомнив себе с гордостью, что в основе этих самых традиций фундаментом славы и авторитета отечественного коннозаводства был Орловский рысак. Лошадь, созданная графом Алексеем Орловым-Чесменским, облагородила массовое коневодство Российской империи. Но едва ли не каждая деревенская совраска постепенно улучшилась орловцем и обрела новые возможности, в результате чего крестьянское хозяйство резко повысило свою производительность, а Россия превратилась в главную зерновую державу мира, в неограниченном количестве экспортирующую хлеб и в Европу, и в Америку. Кровь орловского рысака творила чудеса. Изначально созданный для скорой и комфортной езды рысью, галоп-то на русских дорогах был способен вытрясти из тела душу. Орловец не только произвел своей красотой и резвостью фурор в мире, кстати, первым ввел моду на русскую лошадь Париж, но и родил такое глобальное явление, как рысистый спорт. Но не менее интересно, и это можно смело утверждать, что вместе с орловской лошадью появилась и новая человеческая порода – коннозаводчик. Не было в России места, где не мечтали бы приобщиться к славе орловского рысака, не стремились бы получить своего рекордиста. В результате к началу 20 века в империи насчитывалось без малого 6 тысяч частных конных заводов. Вокруг орловца формировалась новая, как сегодня мы бы сказали, субкультура. Поэтому мы и решили посвятить первую программу нового сезона «Подкованных историй» значительному явлению русской жизни – призовому коннозаводству и его ярчайшим представителям, а также проследить, как тесно переплетаются наши подкованные истории с историей страны и какое сильнейшее влияние оказывают на них и цари, и вожди, и политики, и чиновники. Не секрет, что история развивается по спирали, в том числе история наших бед. Сегодня орловский рысак таков, каковы мы. Любая бестолковщина или беспечность, неумение предвидеть последствия принятых решений, усугубленные теперешним равнодушием государства, для которого орловский рысак словно досадная обуза, отражаются на его состоянии и унижают заложенный в породе смысл. Тем удивительнее теперь нам кажутся подвиги людей во имя этой уникальной лошади, ярчайшим примером которых был и остается наш сегодняшний герой, выдающийся общественный деятель начала 20 века, коллекционер, коннозаводчик лошадей орловской рысистой породы Яков Иванович Бутович. Незадолго до смерти он с болью писал: «Если бы я покинул пределы России, для меня лично это было бы, конечно, лучше. Свободным и независимым человеком я проживал бы где-нибудь за границей и был бы по-своему счастлив. Но что сталось бы с русским коннозаводством, оставленным всеми на произвол судьбы? Это вопрос, на который ответить нетрудно. Все бы, несомненно, и бесповоротно погибло. В 1917 году он не уехал в эмиграцию. В Ницце у него было собственное жилье, где уже обосновались его мать и сестра. Но как бы он чувствовал себя там, в благополучном заграничном быте, бросив на гибель свое живое дело? Бутович остался только потому, что видел в себе силу и способность спасти от гибели орловского рысака. Для Якова Ивановича лошади были страстью, роковой любовью. Смерть из-за любви к женщине – явление хоть и трагичное, но по большому счету расхожее. А вот гибель из-за любви к лошади – дело исключительное. Яков Бутович тут пример первый и величайший.
Прошло 85 лет с того времени, как Бутович был расстрелян в сталинских застенках. К счастью, Яков Иванович оставил громадное литературное наследие, где рельефно и сочно описан давно исчезнувший мир бегов, населенный неординарными людьми, сильными и живыми характерами, мир полный увлекательнейших событий. Благодаря этому наследию и помощи в сборе материала любителя орловского рысака Яны Забродской мы словно своими глазами посмотрим сегодня на громадный пласт русской культуры, о котором мы, возможно, и подозревали, но и представить себе не могли, насколько он глубок и своеобразен. Ну что, готовы? Тогда в путь! Ползав заду навай, сказав дівчині прощай, ти понику вороненький, скачи та гуляй. Родился Яков Иванович 21 октября 1881 года в имении Каспера Николаевка Херсонской губернии Российской империи в семье дворянина, коллежского секретаря Ивана Ильича Бутовича. О своем детстве Бутович писал так. «Знаю лишь, что я был очень капризным ребенком, что мать любила меня больше других детей и что лицом я очень походил на отца. Все, без исключения близкие, свидетельствовали, что уже в раннем детстве он очень любил лошадей. Года в два или три, глядя на изображение лошади, изрек: «Лошадь – это Бог», за что был наказан. Несколько раз к ужасу нянек и гувернанток Яша убегал на конюшню, а потому за ним зорко следили, боялись, что попадет под ноги лошади». В подростковом возрасте Бутович закончил Полтавский кадетский корпус, начальное военно-учебное заведение императорской армии, готовившее детей к военной службе, а затем и Николаевское кавалерийское училище. И были дружной семьей солдат, корнет и генерал. Таким был девиз этого училища, которое до конца своего существования располагалось в Санкт-Петербурге, в здании по адресу Новопетерговский, ныне Лермонтовский проспект, дом 54. С тех пор, как он себя помнил, Яков любил слушать рассказы о лошадях. Сначала от своей няни, потом, когда подрос и все же убегал от гувернанток на конюшню, от наездника Загуменного, служившего у его отца, а позднее рассказы всех, кто разделял его страсть к лошади. Он стал изучать конезаводство и уже с 5 класса кадетского корпуса принялся писать в спортивные журналы и заносить в свои тетрадки все интересное о лошадях. Помню так, как будто это случилось вчера. Мы с гувернером гуляли по Дерибасовской улице, и я купил в магазине «Нового времени» знаменитую книгу Коптева. И погиб навсегда. Мое учение пошло вверх ногами, единицы за единицами следовали в моих тетрадках, и я превратился в самого рассеянного и последнего ученика в классе. Мать была в отчаянии. Применялись все меры. Просили, наказывали, убеждали, отобрали Коптева. Но все напрасно. Я ходил сам не свой и не мог заниматься. Россия была читающей страной, и для многих людей встреча с определенной книгой была событием, которое меняло их жизнь. Меняло само сознание человека. Так случилось и с Яковом Бутовичем. Погиб примерный ученик Бутович, который мог бы стать в силу своего происхождения крупным хозяйственником, землевладельцем, государственным чиновником, членом Государственной Думы, наконец. А родился знаменитый конозаводчик, выдающийся организатор конного дела, неутомимый популяризатор и практик орловского коневодства, усилием которого мы в сущности и обязаны сохранением не только орловского рысака, но и самих бегов. Чтобы проследить удивительный жизненный путь этого выдающегося человека, давайте вернемся в 1902 год. Яков Бутович произведен в корнеты и направлен на службу в 17-й Волынский драгунский полк. За участие в Японской войне его наградят орденом святого Станислава III степени. Незадолго до ее окончания Яков Бутович предпринял, инициировал и организовал уникальную акцию. 22,5 тысячи лошадей, прошедших строгий ремонтный армейский отбор, были переданы казакам и крестьянам Дальнего Востока. Техники и дорог в те годы на Дальнем Востоке не было, и для развития региона этот проект имел огромное значение. Уже через десятилетия Забайкалье, Приморье, Сахалин имели расплодившиеся поголовье лошадей европейского типа, каких не было в Японии, Китае и Корее.
Русско-японская война, в которой принимал участие наш герой, одна из важнейших страниц истории. Российская империя не только потерпела поражение, но и обнаружилось ее критическое отставание в военном плане от ведущих стран мира. Имелся и другой, пожалуй, даже более важный результат. В итоге была окончательно сформирована Антанта, и мир начал медленно, но неуклонно катиться к Первой мировой войне, которая, в свою очередь, приведет нашу страну к двум революциям – гражданской и кардинально изменит судьбу Якова Бутовича. Но до этого еще далеко. А пока стоит сказать, что окончание учебы в Николаевском кавалерийском училище оказалось омрачено для Якова Бутовича семейной трагедией. Летом 900 года неожиданно от удара умирает его отец Иван Ильич, успешный конозаводчик. Бутович-старший отличался исключительным здоровьем и, несомненно, прожил бы еще долго, если бы не особые обстоятельства, вызвавшие удар и мгновенную смерть. На всю Россию прошумело дело, связанное с жеребцом по имени Рассвет. И, конечно, мы не можем обойти вниманием эту подкованную историю. В криминальной подмене орловского рысака американским оказался замешан старший брат Якова, Владимир. Он продал херсонскому помещику-иконозаводчику Шишкину серого жеребца Рассвета, семейного завода Бутович. Лошадь была вполне заурядной по резвости, но очень красивая. Вскоре Шишкин обратился к Владимиру, с которым был в хороших отношениях, с просьбой переменить свидетельство, добавив одну существенную примету. Тот, ничего не заподозрив, охотно согласился. Через некоторое время Рассвет вдруг замечательно побежал в Петербурге. Но вслед победам поползли темные слухи о его происхождении. Владимир Бутович поспешил в Петербург на конюшню Шишкина и увидел мнимого Рассвета. Вечером в гостинице между ними разыгралась бурная сцена. Шишкин запугал Владимира Бутовича, показав ему первоначально выданное свидетельство на лошадь, по доверчивости или разгильдяйству, не затребованное Владимиром обратно, и уверил, что тому грозит тюрьма за соучастие в подлоге. Мошенник потребовал молчания, но взамен все же пообещал убрать Рассвета с ипподрома. Если бы Шишкин сдержал данное слово, все бы затихло. Но к тому времени он разорился, а Рассвет обещал золотые горы. Владимир Бутович, отличавшийся трусоватостью, не нашел мужества поехать в беговое общество и все чистосердечно рассказать графу Илариону Ивановичу Воронцову-Дашкову. Граф знал и уважал Бутовича-старшего и, конечно, уладил бы дело в два слова. Но Шишкин обещания не выполнил. В результате своих действий Владимир Бутович оказался на скамье подсудимых. Сначала от Бутовича-старшего все это тщательно скрывали. Но когда уже было назначено слушание дела, брат Иларион рассказал ему обо всем. Иван Ильич вскочил с кресла, разорвал на груди рубаху, словно от нехватки воздуха, и упал замертво, не дожив до суда над сыном и не пройдя через позор. Но вернемся к Якову Бутовичу. В 1905 году он выходит в отставку и едет обучаться животноводству в европейские университеты, уделяя наибольшее внимание коневодству. Также Бутович объезжает все известные российские заводы и изучает, как в лучших из них поставлена работа. Через 4 года, в 1909 году, им будет куплен конный завод в Прилепах, основанный почти за полвека до этого купцом Николаем Никитичем Добрыниным, а позже – еще несколько заводов, имеющих ценное с точки зрения племенной работы поголовья. Здесь нужно сказать, что мать Якова Ивановича, опасаясь, что фанатичная увлеченность сына бегами, конозаводческим делом и коллекционированием может довести его до разорения, в завещании выделила Якову уменьшенную долю, но обязала братьев опекать его и помогать в любом случае. Когда писалось это завещание, никто и предположить не мог, что в борьбе за орловскую рысистую породу Яков Бутович достигнет колоссальных успехов, в числе которых будет и великая призовая лошадь по кличке Улов. Но это будет немножко позже. Однако еще до рождения Улова Бутович получит целый ряд выдающихся представителей орловской рысистой породы. А за группу из 11 заводских маток на Всероссийской конской выставке в Москве уже в 2010 году его наградят золотой медалью и драгоценной братиной великого князя Дмитрия Константиновича.
Гутович получит и большую золотую медаль за трех жеребцов на конской выставке в Одессе. В 2011 году молодой коннозаводчик совершит беспрецедентную покупку. За рекордные 20 тысяч он приобретает 18-летнего жеребца громадного. Как? Что это за чудесное озарение, подсказавшее выбрать для воспроизводства 72-летнего по человеческим меркам старика? Его кровь и сегодня играет в сотнях великолепных орловцев, среди которых прославленные на все времена рекордисты. С этого момента Бутович уже пользуется большим авторитетом в российском коннозаводстве. Но иногда все же рекомендации Якова Ивановича остаются без поддержки. Так же случилось и в том же 2011 году. Московскому беговому обществу пришло из Лондона приглашение участвовать в знаменитой Всемирной конной выставке. Беговое общество решило послать туда две тройки, думая этим удивить англичан. Бутович тогда резко возражал против этого проекта, говоря, что пора перестать показывать Европе тульские самовары, сусальные изделия до тройки, ибо мы чай не индейцы, чтобы демонстрировать свою экзотику. Какая-никакая, но Россия страна европейская. Надо послать дельных, на хороших ходах, вполне европейского лекала рысистых лошадей и показать их там в современных запряжках. Он считал, что это полезно для дела и могло открыть орловскому русаку утраченный западный рынок. Однако собрание бегового общества в один голос зашумело: «Тройки! Послать тройки!» и начали подыскивать лошадей. Как же встретил Лондон знаменитые русские тройки? Прежде всего их показали в ряде экзотических номеров, сейчас же после индейцев и ковбоев. Таким образом, худшие опасения Бутовича сбылись. И хоть дали им первую премию, но особую, специально для этого созданную, что было сделано, конечно же, просто из любезности, чтобы не обидеть русских. Публика приняла тройки с юмором, от души смеялась над пузатыми кучерами, то есть отнеслась к ним как к развлекательному номеру, а не к образцу коннозаводческого дела. Но что еще курьезней, в Лондоне оказалась еще одна тройка, которой присудили победу в том классе, где, по идее, должны были демонстрироваться русские лошади. Эта тройка принадлежала мистеру Уайненсу, сыну известного инженера-строителя Николаевской железной дороги. Тройка Уайненса была запряжена в шарабан, лошади – американские рысаки, запряжка – русская, а кучер – в цилиндре и ливрее. С точки зрения русского человека – сплошное безобразие. Но так как лошади были очень хороши и кучер великолепно ими управлял, то англичане и отдали этой тройке главный приз. Бутовичу было нестерпимо обидно. Ведь нужно понимать, что в те времена бега были не просто развлечением для узкого круга охотников, как тогда называли любители бегов. Ипподром был, как бы мы сказали сегодня, постоянно действующим бизнес-форумом, местом деловых встреч, где обсуждались будущие покупки, продажи, смены наездников, шансы производителей. Нередко тут же на ипподроме заключались и сделки в куда более крупном бизнесе. На ипподром, в особенности в последние годы перед революцией, съезжалась вся Москва. И надо отдать должное московским бегам, порядок всегда был образцовый. Дело налажено идеально, программа интересная, трибуны лучшие в мире. И все это вместе производило просто грандиозное впечатление. Здесь стоит упомянуть еще один проект Бутовича. С 1 января 2007 года он начал издавать специализированный журнал. Название он подбирал долго. Все наиболее подходящие уже использовали другие издания, а повторений не хотелось. Больше всего Бутовичу хотелось назвать журнал просто «Орловский рысак». Но это сразу оттолкнуло бы любителей скаковых лошадей. В конце концов, название было выбрано, и вскоре над арендованным для редакции помещением уже красовалась новенькая вывеска – еженедельный иллюстрированный журнал «Рысак и скакун». Зачем нужен был Бутовичу журнал, спросите вы? И тут уж мы обязаны коснуться великого противостояния в русском рысистом коннозаводстве. С того момента, как в 1877 году на московском ипподроме заработал тотализатор и деньги полились рекой, в Россию за лакомым куском пожаловали американцы. Со своими, пусть и неказистыми, но очень резвыми лошадьми. И началось.
Это была настоящая бескомпромиссная битва. Русское конозаводческое сообщество оказалось расколото. Поклонники резвости, приливающие к Орловцу американскую кровь, стали называться метизаторами. Но оставались и те, кто жизнь готов был отдать за сохранение орловской породы в чистоте. Среди них был и Яков Бутович. Именно для продвижения орловского рысака, его рекламы, и придумал Бутович издавать журнал. И уже первый год работы рысака и скакуна дал большие результаты. Ряд статей, напечатанных в поддержку орловца, и в целом талантливая постановка этого вопроса привели к ряду организационных шагов, без которых орловская порода не смогла бы существовать дальше. Даже Главное управление государственным конозаводством начало считаться с мнением издания. Словом, рысак и скакун стал как бы органом Орловского союза. Вел пропаганду, популяризировал идею объединения конозаводчиков орловских лошадей в одну дружную семью. О Всероссийском союзе конозаводчиков и любителей орловского рысака стоит рассказать подробнее, потому что он был задуман и создан при непосредственном участии Бутовича. Яков Иванович не мог не замечать, все время вращаясь в конозаводческих кругах, ведя обширную переписку с провинцией, что орловцы были разрознены. Даже в Москве у них не было своего центра, поэтому они не могли выступать организованно. И ему пришла счастливая мысль создать такой союз, который бы объединил всех орловцев и, главное, обеспечил бы единство перед правительственными учреждениями. Кроме того, он планировал привлечь в союз великих князей и использовать их влияние для защиты и укрепления позиций орловских конозаводчиков. Общеизвестно, что великий князь Дмитрий Константинович был ярым сторонником орловского рысака. Другой великий князь, Петр Николаевич, имел орловский завод. И, наконец, великий князь Николай Николаевич всегда интересовался спортом и лошадьми. Бутович поддерживал хорошие отношения с Дмитрием Константиновичем и был также вхож в общество двух других великих князей. Но когда в разгар борьбы за орловского рысака он хотел использовать их влияние на управляющего конозаводством генерала Здановича, то неожиданно наткнулся на решительный отказ. Дмитрий Константинович объяснил, что и ему, и Петру Николаевичу, и Николаю Николаевичу неудобно вмешиваться в борьбу, не будучи официально уполномоченными и не служа по конозаводческому ведомству. Этот разговор с великим князем еще больше укрепил Бутовича во мнении о необходимости союза. Хорошо продумав этот вопрос, Яков Иванович решил, что настало время действовать. И первый, к кому он обратился с этой идеей, был Сергей Васильевич Живаго, знаменитый заводчик орловской породы. Этому союзу суждено было сыграть исключительную роль в деле сохранения орловской рысистой породы. Через несколько лет председателем был избран граф Георгий Иванович Рибопьер, русский общественный деятель, стоявший у истоков олимпийского движения в России, крупный конозаводчик, а также силач, борец и меценат. При нем союз выиграл свою последнюю и решительную битву за орловского рысака. А победить он смог только благодаря тому, что действия велись от имени организации, представлявшей в глазах общества серьезную объединенную силу. И пусть в мирное время союз дремал и лениво собирался два раза в год, но зато, когда метизаторы подымались и шли войной на орловцев, союз немедленно приходил в движение, печатал и рассылал петиции, шумел, взывал ко двору, земским и дворянским собраниям. И так победил трижды в жизненно важных для породы ситуациях. Всему, что Яков Иванович Бутович делал во имя лошади, он отдавался со всей присущей его душе страстностью. Тут нельзя не сказать, что не менее сильной страстью, чем, собственно, конозаводство, для Бутовича было искусство. К 2011 году он был уже одним из крупнейших коллекционеров и владельцем весьма значительной картинной галереи. До самозабвения, любя лошадей, Яков Иванович собирал картины, на которых имелось изображение этого благороднейшего из животных. Картина «Серова летучий» была жемчужиной его коллекции. Красавца светло-серой масти по имени Летучий Валентин Серов написал в 1886 году по заказу конозаводчика Малютина. Этот холст на 10-й выставке товарищества передвижников имел большой успех. Уже после революции вместе с другими экспонатами Бутовичу пришлось добровольно-принудительно подарить ее государству. Иначе коллекцию сохранить бы не удалось. Галерея была под угрозой разграбления.
К сожалению, многие экспонаты при этом сохранении погибли. Предметом его гордости, кроме портрета Летучего, были также работы Михаила Врубеля, Илариона Прянишникова, Константина Савицкого, графика Александра Орловского, произведения Худякова, Кившенко, Крюгера, Клотта, Йона, Лансере, Либерихта. В галерее Бутовича было самое большое количество произведений эпической живописи и графики Николая Сверчкова, в том числе несколько рисунков, изображавших главного героя повести Льва Толстого «Холстомер». За портрет Холстомера в старости Яков Иванович заплатил огромную сумму, чтобы работа не ушла в Англию. Когда он его торговал, многие из его знакомых получили телеграмму с просьбой одолжить денег. В коллекции были такие известные работы Сверчкова, как «В метель», «Ямская тройка», «Возвращение с охоты», «Охотники», «Орлов Чесменский в санях на барсе», «Охота на медведя». К тому же Яков Иванович оставил солидный рукописный труд о жизни и творчестве художника. Более основательной и яркой книги о Сверчкове вряд ли сыщется. В ней опытный конозаводчик доказывает, что лошадь с именем Холстомер действительно существовала, и приводит ранее неизвестные материалы о Толстом, у которого он бывал в Ясной Поляне. На собрание коллекции ушли лучшие и самые счастливые годы жизни Бутовича. И в результате мы имеем сегодня великолепный музей лошади. Это его начинание столь же масштабное, как и другие, смело можно ставить в один ряд с подвигами таких русских коллекционеров-меценатов, как Третьяков, Бахрушин, Щукин, Рябушинский. Фигура Якова Бутовича была настолько колоритной и значительной, что попала на страницы знаменитых литературных произведений. Он упоминается в театральном романе Булгакова. Его образ также выведен в книге Пантелеймона Романова «Товарищ Кисляков» и в пьесе современного драматурга Льва Савицкого, написанной по ее мотивам. Какая прекрасная творческая жизнь во славу русской рысистой породы досталась Бутовичу, не правда ли? И как трагично она закончилась. А ведь предчувствие о том, что эта страсть может стать гибельной для сына, было еще у его отца, Ивана Ильича Бутовича. Предчувствие, которое, к сожалению, сбылось. Снова процитирую запись Якова Ивановича, сделанную в Бутырской тюрьме в 1928 году. «Сохранял величайшие культурные и материальные ценности. Много раз рисковал жизнью. За это я сижу в арестантском доме ГПУ». Уже перед самой революцией Бутович успевает сделать нечто важное для сохранения орловского рысака. Здесь нужно сказать, что к 2014 году в Московском беговом обществе установилось определенное равновесие. В том смысле, что призы, а следовательно и возможности выиграть крупные призовые, были поделены между орловцами и орловско-американскими помесями пополам. Таким образом, среди орловцев и метизаторов воцарилось некоторое спокойствие, острые вопросы решались путем переговоров, а значит, стало возможным вести заводы как одной, так и другой группе конозаводчиков. Однако это равновесие оказалось не слишком устойчивым. Вот что по этому поводу писал сам Бутович осенью 17-го. «Я прибыл в Москву, где хотел войти в курс дел Московского бегового общества, откуда шли ко мне недобрые вести». Московское беговое общество в то время было тем стержнем, вокруг которого сосредотачивалась вся жизнь рысистых заводов страны. Содержать рысистый завод без тесного контакта с обществом было положительно невозможно. А потому все, что там делалось, сейчас же отражалось на жизни самих заводов и благосостоянии конозаводчиков. То, что увидел Яков Иванович в этот приезд, привело его в немалое смущение и чрезвычайно озадачило. Бутович во всем почуял неладное. Какое-то подозрительное пренебрежение к орловским заводчикам со стороны служащих ипподрома и в разговорах с администрацией, и в беседах с наездниками. Весь следующий день озадаченный Бутович совещался с находившимися тогда в городе орловцами.
Настроение у всех было кислое. Веры в будущее не было. Успехи метисов действовали на нервы. Программа бегов не радовала и не давала свободного хода орловцам. Словом, дело было дрянь. Поэтому Бутович срочно назначил собрание и сбор всех на дому у Живаго. На собрании присутствовали только действительные члены бегового общества, ибо они одни, имеющие право голоса, могли оказывать влияние на то или иное решение. Взяв слово, Яков Иванович коротко охарактеризовал создавшееся положение. Если количество призов для орловцев будет сокращено, заниматься породой заводчиком станет невыгодно, что в перспективе равносильно гибели орловского рысака. Поэтому необходимо было провести в действительные члены бегового общества значительную группу сторонников, преимущественно из числа тех, что постоянно проживали в Москве, и таким образом создать активное ядро членов в поддержку партии орловцев. В завершении было сказано: «Уж если нам не удастся сделать этого теперь, то орловское дело надо считать проигранным, так как метизаторы усиливаются с каждым днем, и позднее провести в действительные члены орловцев будет прямо-таки невозможно». С этим все согласились, и после некоторых дебатов был составлен список, заключавший в себе около 20 персон. Тут был и Оскар Эдуардович Витт, отец знаменитого ученого-эполога Владимира Витта, о котором мы расскажем одну из своих подкованных историй. Вскоре историческое собрание бегового общества наконец-то состоялось. Орловцы на этот раз были на высоте и собрали, что называется, живых и мертвых. Все были налицо. Приехали даже те, которые лет 10 не бывали в собрании. Некоторых почтенных стариков вели в собрание чуть ли не под руки. Словом, картина была совершенно необычная. Бутович подсчитал свои ряды. Орловцев было подавляющее большинство. Победа в голосовании была обеспечена. Подобного собрания не было лет 10. И вполне понятно, что метизаторы имели растерянный вид. Орловцы на этот раз были хорошо организованы, и все роли заранее распределены. Собрание закончилось победой орловцев, и они спокойно могли смотреть в будущее. 20 новых действительных членов – это был такой крупный актив для партии, который гарантировал им большинство голосов по ключевым вопросам. На другой день, когда Бутович приехал на утренние проездки, служащие ипподрома его поздравляли. Орловцы сияли. Атмосфера была совсем иной, чем всего лишь несколько дней тому назад. Однако судьбе было угодно, чтобы описанный нами спор господ действительных членов императорского общества поощрения рысистого конозаводства стал последним. Неумолимо приближался большевистский переворот, которому будет суждено не только перевернуть вверх дном всю Россию, но и изменить мировую историю. Оставайтесь с нами, вас ждет продолжение этой подкованной истории.